Семейная жизнь артистов, видимо, дошла до финальной точки. Личная жизнь Проскурякова и Николаева в основном покрыта пеленой тайн. Однако, несмотря на то, что Игорь и Юлия скрывают свой семейный быт, в сеть то и дело попадает информация о том, что брак давно трещит по швам. Наталкивало на такие мысли, видимо, то, что в одно время их совместная дочь была то с одним родителем, то с другим. Многие думали, что Игорь и Юлия уже разъехались и делят между собой дочь. Но позже в сети стали появляться их совместные снимки, и фанаты решили, что все пошло на лад. Однако беззаботная жизнь не продлилась долго, и Николаев сообщил, что начинает жизнь с чистого листа. Кому было адресовано это послание, точно неизвестно, но в силу слухов о разладе в семье, видимо, это относилось к Проскуряковой. Конечно, после этих слов музыканта в соцсетях появлялись совместные фотографии, хотя и не в таком количестве, как раньше. В преддверии Нового года, обычно все семейные пары радуют поклонников различными снимками, чего нельзя сказать о Николаеве с Проскуряковой. Уже несколько месяцев Юлия не публикует совместных фотографий с Игорем, а тем самым провоцирует новые слухи. Однако в недавнем посте Проскуряковой было заметно то, что она с нетерпением ждет прихода Нового года. Видимо, Юлия готовится к разводу в начале 2020 года, и поэтому с нетерпением его ждет. Похоже, что в Новый год Проскурякова может отправиться без Николаева. Кажется, что ситуация в семье артистов достигла предельной точки. Теперь Проскурякова и Николаев могут принять решение, которое они, видимо, оттягивали на протяжении нескольких лет, и навсегда разойтись, как в море корабли.